Ливень, который накануне прошел в городе, был сильнейшим за последние 100 лет, сообщают метеорологи. В Волгограде выпало почти 2 месячные нормы осадков – 70 миллиметров. Как отмечают специалисты, в среднем подобные погодные явления происходят раз в 50 лет. Максимальный показатель был зафиксирован в 19 веке, в 1899 году. Тогда еще в Царицыне выпало 82 миллиметра осадков за сутки. По словам синоптиков, вероятность, что этим летом повторится что-то подобное, очень мала. Это все связано с фронтами, которые лежат у нас в области низкого давления, которые направлены с Каспия на нас идет. И вот эти Каспийская воздушная масса, влажная, которая несет нам вот осадки. За теплые месяцы наибольшее количество осадков, вот не считая вот этого 1899 года, значит, у нас наблюдалось в 2005 году, это 59,9 миллиметров. По городу Волгограду. По области максимальное количество суточных осадков – это 149 миллиметров. Выпадало в 1941 году. А вот в ближайшие годы, ближайшие к нам – 124.